Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP. Так, ну где этот Андрюха? У нас уже есть щетка, заточка, есть две трубы. Может, нам этого хватит для того, чтобы сбежать из этой лаборатории страшной? О, братан, здорово, ну что мы сегодня сваливаем? Бери трубу, братан, конечно же сваливаем. Сегодня совершим побег из этой страшной лаборатории SCP. Юху! Ну что ж, ребятки, всем здорово, с вами по-прежнему Овер и Фуни, и добро пожаловать в увлекательную игрушку под названием Paint the Town Red. Всем хай, дорогие друзья. Ну что ж, ребят, как вы уже догадались, сегодня мы с Андрюхой заключенные D-класс. Сегодня мы попробуем сбежать из опасной тюрьмы SCP-фонда. В общем, нас тут держат. Мы с Андрюхой маленькие D-шки, над нами делали эксперименты. Андрюхе вообще пересадили сначала голову свиньи, потом обратно. Шо? Не понял. Ну такое было, Андрюх, помнишь, ты ходил со свинячей головой? А, блин, я думаю, чего над нами сержали, блин. Да, была голова свиньи. Так, ладно, ребят, ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее вам огромное спасибо. Ну чё, Андрюха, дэшек мы будем бить или будем с нами их брать? Смотри, кто за нас, кто против нас, будем сейчас смотреть и разбираться. А, ну у нас а есть враги. А тут походу бьют. А давай это, Андрюх, а прям сразу погнали, гварда. Готов? Ну, а, поешь. Понял, туда его. Все. Понял, случайно задел. Ой, тут сзади еще этот, без одежды. Враги, братан. Все враги? Нет, ну, вон, мою. Есть добрый наш еще дэшка. Ты че, Андрюх, вон. Игорь! Я просто случайно гасанул своего, блин. Игорь, помоги! Да, гасанул ты его, я видел. Но тут вон эти гварды дурацкие, надо их убивать, Андрюха! Я тут кувалду нашел, братанчик. Где? Нормально? А, у меня она нету. У меня в руках, все нормально, а тут шокер. Давай, во, я шокер взял, Андрюха, я шокером фигарю. Сейчас вот сюда. Давай, шокируй, но... шокируй. Не попал, брата. О, твоих не выстрелов! Ебать! Так, возьму твою трубу. В общем, ребятки, скучали мы с Андрюхой по Paint the Town Red. Давненько мы что-то тут не выбирались из всяких передряг. И вот нас в лабораторию SCP, блин, захватили. Вот как раз отсюда и выберемся. Ты что, умер? Во-во. В смысле умер? А, нет, я берсерк, ты что, не узнал? Так, а тут у нас столовка, Андрюх, смотри-ка, в столовке тоже уже мясорубка пошла. Видишь? Опа, массовый побег, вижу. Тут уже повара дерутся с гвардами, гварды дерутся с дэшками, тут все дерутся друг с другом. Бери, на! Братан, кусок мяса, закидываем мясо. На, тарелка. Блин, сзади. На! Еще мясо, Андрюха. Бам! Чего? Братан, пошли, короче, это, может быть, тут что-то есть. О, на так кухне. Тут это. Опа-на. Топоры, тут целый арсенал. Погнали. Возвращаемся. Так, ну-ка. Получайте, вот это никого, да, ребят, понимаете, просто фигарим абсолютно всех, чтоб никто вообще не выжил. Вон, Андрюх, эти гварды стоят, и SCP-шки. А, это гварды только. Ой-ой-ой. А знаешь что? Ой-ой-ой. А знаешь что? Шо? Шоквейв! О! Нифига ты их раскинул! Бери стволы! Андрюх! Бро! Нормально тебе, у меня все по кайфу в жизни, братан. Я понял. Давай, осторожней. Добивай их, бро. Сзади там еще бегают там. Так я все контролирую. Еще шоквейв. Хорош. Да, я вижу, как ты контролируешь, братан. Не, вот теперь точно все контролирую. До этого не контролировал. Ага. Давай, три осталось, Андрюха. Два, один. Гаси его. Опрокинули его, братан, опрокинули. Так, ну что, наши кенты когда подъедут на тачке, Андрюха? Да скоро должны, давай выбраться отсюда. Так, скоро подъедут, они точно нас на машине заберут. Угу, давай здесь ждать будем. Ну все, ждем тогда их. Давай, ждем машину. Давай. Ну жди. Братишка, вставай, я тебе покушать принес. Так, Андрюха, что, куда мы едем-то, где уже? Нас же домой везут, правильно? Все, уже на машине мы, все. Да. Ну. Да, братан, домой везут, но там что-то внизу копошатся, тебе покушать принес, смотри, калаш. Стой, это ты мне покушать принес револьвер, я тебе сейчас покушать сам дам. Понял? Не надо. Понял? Кушку убери, Так, что говоришь, что происходит? А что, Володя-то за рулем едет, нормально все? Ну, тихо. Как видишь, мы едем. Не понял. Тихо, Андрюха, Володю взяли. Это кто? Это что, SCP? Андрюха! Натуре, это что, SCP? А что они здесь делают? Они, походу, хотят захватить наш грузовик, Андрюха.
А чё мы им сделали, за что, братан? Их, наверное, за нами отправил в погоню SCP-фонд. Они увидели, что мы сели в машину и поехали за нами, как форсажи нас это захватывать. Смотри, они там на мотоциклах, на тачках, на грузовиках. Ё-моё! Вот это да! Ё-махо, ё-масо, аки печалью ананчтэко. Братан, а там Валеру держит. Так что, давай уже это, защищаться тогда! За Валерку! Получайте! Давай. Валера почти упал с корабля на бал! Давай, давай, смотри, тут и скромники, тут и скульптуры, тут и вообще все! И чумные доктора, Андрюха! А тут всех мастей! Ой, тут еще Петра и Великого это посадили в клетку! Вон, смотри, видишь? Тихо-тихо! А почему он голый? А, это Жорик, я не знаю. Его что, одежду сняли? Походу, да. Давай, фигарь их, Андрюха, тогда по головам. Давай, давай, давай. Давай, опрокидывай их, опрокидывай скульптуру. Смотри, вроде здесь всех зачистили, да, кроме скульптуры. Давай вот скульптуру. Все, чисто. Здесь вроде как чисто. Так, давай проверим. Так, давай сюда посмотрим. Так. Пушки, стволы. А, они прям управление взяли, Андрюха, на себя. Они у руля. Вот они, офигевшие СП. Так, я беру, Андрюха, тогда получается этот. Дробовик. Отстреливаюсь. Раз. Сейчас мопедистов. Убирай погоню. Андрюха, там еще и сиреноголовые. Посмотри, вон. Видишь? Братан, там не только сиреноголовые, там они гвардов держат в заложниках. Что происходит вообще? Там еще и гварды. Я вообще в шоке. Ой, аккуратно надо. Братан, ты где? Я здесь, сзади. Вот. Ты чуть не упал? Не, это не я. Все нормально, Андрюх. А я тебя спутал с Дэшкой, короче. Да-да-да, я нормальный, Андрюх, все хорошо. Смотри, братан. А, так, а что мы тут стоим? Ну, погнали сюда. Так, они просто прыгай, мешают. Давай. Опа-ча, опа-ча, и нифига сюда. Нифига себе, давай начищай и сюда, там, короче. И сюда, давай. Тут, блин, сиреноголовых ребят просто куча. Они реально как в каком-то фильме нападают просто на нас, Андрюх. Это вообще жесть. Бро, помогаю. Так, давай, все, вроде как всех. А я уже, Андрюх, дальше прыгнул. Видишь, там стоят чумные доктора? Да. Нее! Нифига себе! О! Смотри! А как он бежит? Как они это сделали? А как они бежит? О! Один уже прибежал, как говорится. О, и другой тоже. А, так все это у них конечное. Что они делают? Зачем? Куда они бегут? Это наши друзья, друзья! Наши Дэшки, да. Наши друзья, друзья. Так, ладно, Андрюх, надо все добить. Я обратно. Давай. Давай. Пипец. Нормально. Да, по кайфу. Так, все, Андрюх, я вернулся на этот грузовичок. Сейчас к тебе туда. Слышишь? Давай, братанчик, только осторожней. Там, блин, толпа, Андрюха, еще вон на нас нападают. А ты куда там хочешь? Что, я хочу взять дальнострельное оружие. У него оно, я сейчас заберу. А он сейчас упадет вниз и все. Мама! Калаш улетел, Андрюха! Без калашей мы остались. Может, я взял, короче, болтарезку вот эту. Ну, гарпунчик вот это. Гарпунострел. Сейчас попробую. Болтострел. Так, ладно, надо отстреливаться, ребят, потому что они на нас нападают еще, видите, с машин и все такое. Поэтому стреляем, Андрюха. Во-во-во. По скульптуре на мотоцикле. Вон еще старики. Туда их. Этого Во-во-во. Туда. Всех, короче, разносим. Реально? Скромники. Слышь, а как они вообще, Андрюха, так это? На нас напали-то, блин. Я думал, SCP даже не умеют ездить на мотоциклах и машинах, а они вон реально как форсажи в каком-то на нас просто нападают, блин. Не, ну бегают это, по это, улице. Видать, обученные SCP-объекты как форсажи ездить, чтобы... Ну, да, видать, короче. Да, Андрюх. Так, а с этой стороны еще смотрите. Как их сиреноголовые. На он им. Туда, получайте. Давай, давай. Давай, давай, Андрюха, опа. Еще. Так, он давай одиночка. Давай закидываем их. Бам ему. Так, ну-ка я подальше пройду. А я что-то не вижу, Андрюха, где остальные? А, еще там, давай, давай, я сейчас тебе тоже помогу. А кто забрался? Где? Нифига себе, шпион, получай в рыло. Так, тут еще скромник. А теперь нет больше. Так, а вон, это может дальний? А, не, это прикол, да, там? Не-не-не, братанчик, это не те. Так, а вон стоят. Вот они в том грузовике. Вот еще тут две этих было. Так, еще где, Андрюха? Вот в том грузовичке. Так, я там вижу. О, да-да-да-да. Ща, я увижу. Да я, он уходит от меня, друзья, я его убью. Раз. Шестое чувство. И пошел второй. Есть, все. Отлично, убили всех, Андрюх. Так, ну что? Походу, да, зачистили. Что, за руль свалили? Все, давай за руль.
Давай, я за руль, Андрюх, ты тут приберись. Давай, все, я за руль. Погнали. Я прибираться пошел, давай. В общем, ребятки, короче, ехали по дороге. Смотрите, дальше наткнулись на баррикады, дорога перекрыта. Смотрим, что же тут за тусовка в городе. Короче, ICP-фонд поставил блокпосты, прям реально захватил город для того, чтобы поймать нас. Они перегородили нам путь, мы с Андрюхой нашли вот пушки. Сейчас попробуем здесь всех пострелять, потому что тут, смотрите, и сиреноголовые, и скромники, и чумные доктора, и скульптуры, еще и гварды. И, Андрюх, я знаешь даже кого видел? Кого? Ученых, братан! Я еще даже ученых здесь видел, представляешь, блин? Вот это да, братан, у нас дела плохи получаются. Это вообще не просто плохи, братан, это ужасно. Так, давай чистить город, хорошо, что у нас пушки хотя бы есть и патронов чисти, много. Чисти. Давай, просто зачищаем. Это да. О, тут еще маленький сиреноголовый. Да, little baby, реально маленький. Андрюха, сзади. Фух. Спасибо, братанчик. Командная работа, так сказать. Они встают, братан, они что-то крепкие, так что надо аккуратно. Что? Погоди, ты видишь? Что или там? Мне кажется. Что там, ребенок скульптура? Посмотри, дверной проем. Да, ребенок скульптура. Офигеть. Ё-моё. Офигеть, натуре. Капец, ребят, вот это город. Реально ICP-шли. Там еще и на балконе, братан, вон, драка какая-то. Вон там, видел? Не Но понял, я уже там убил. Зачистил. Видел. Вот, бегут. Еще. Сомбреро, Дэшка. Туда их. Ну да, так он сомбреро. Просто деспирадо. На, поешь. Так, сзади никого. Что там? Не показалось, или там был ребенок Дэшка, что ли? Ну, может быть, Андрюха. Тут, походу, все силы ICP-фонда собраны в этом городе. Прикинь. Да, блин. Что? А зачем они на нас так это вышли-то? Что мы им такого плохого сделали? Мы обычные Дэшки. А, Андрюха, а помнишь эксперимент, который с тобой делали, когда тебя усыпили? Ты такой еще не понял, что произошло с тобой. Ну да. Короче, тебе ж в попу вставили секретный чип, Андрюха, разработку. И в итоге они его не забрали, походу, и за чипом гоняются. А он у тебя в попе. Тогда вот. Слушай, это же чип бессмертия. Не, это чип... Это какой-то чип там, ну какой-то такой с приколом, Андрюх. Какой-то чип. Что это значит? Ну чип дуралея, блин. Не понял. У тебя чип дуралея в попе, блин. Чип и Дейл. Чип и Дейл. Ладно, короче, Андрюха, ты просто секретный тоже объект стал ICP, я тебя защищаю на самом деле. Понял? Почему ты мне сразу об этом не сказал? Ну я думал, чтобы ты не расстраивался. Да ладно, что тут расстраиваться? А ты наоборот рад, да? Что-то я давно берсерка не подрубал. Подрубай, Андрюха, берсерка! Давай! Напоешь! Уничтожай. Там еще сзади сиреноголовый. Но я добиваю, Андрюх. Да. Разлетаются. Эх, не берет. Че, не берет даже берсерка? Представляешь? Нифига себе. А вот тут еще дышки. Всех чистим, друзья. Этот город просто утонет в наших пулях. Мы завалим этот город кровью этих ICP-мутантов и ICP-гвардов. Капец, они мощные. Вообще, как их убить? Может, по ногам стрелять, чтобы приставали? А? Я даже не знаю. По башке, братан, по башке. А по башке они встают без головы, вон, как этот встал сейчас. Да, а без ног-то не встанут. Не, может. Не, встают, Андрюх, без головы. А вот без ног-то попробуй встать, правильно? Хотя, блин, и это встает. Что там? Что? Ты посмотри на это! Что? Детская площадка ICP! Ё-моё, горка-пожиратель, что ли? Получается, тут еще мост от Тревора Хендерсона. Да, походу да. Главное ее, Андрюх, это, не рассердись, слышишь? Иначе все, иначе хана. Справа, слева, везде, с синего, с прогиба. С обоих. С обеих просто. Так, продолжаем чистить, ой. Андрюха. Что там? А тут в доме еще замес происходит. Ну погнали, все, чистим дома, Андрюха, все чистим. Так, продолжаем зачищать, Андрюх. Я вот в хату зашел, короче, сэмочки сейчас все... Ой! Нифига ворвался, видел? Просто залетел, блин. Еще врывается. Дверь открыл, зафигарил, блин, меня. Вот это да. Так, Андрюх, тут ничего нет. А чем он тебя ударил? А я не знаю, дверью, мне кажется, знаешь, с ноги выбил, и мне по лбу просто дверью. Бам! Скорее всего так. Так, смотри-ка, не так много врагов осталось, Андрюха. Надо всех найти, всех уничтожить. Так, просто ищем. Вон одного нашел, двоих. Туда их! Давай! Добить! Там какой-то не умер, Андрюх! Где-то он там лежит. Сзади! Там... А! Ё-моё, спасибо! Нифига себе! Чуть не еще бежит! Чуть не получил по голове, друзья! Фух!
Так, капец, кто-то не умер. Без головы ходит. Вон, безголовый, вон он. Давай того добивай, я тут очень много доктора скромника добил. Этого добиваю. Там не убежал, Андрюха? Так. Все, не убежал? Не, догасил. Так, смотрим, сейчас на нас, наверное, побегут. Как он встал? На! Ё-моё, 3 осталось, Андрюха. Так, где? Может быть, в здании, надо будет проверить, сходить. Давай сходим. Наверное, где-то в здании. В каком только, интересно. В том? Я вот здесь, Андрюх, прочекаю. Не-не-не. Тут чисто. Давай. Тут пусто, Андрюха. Так, идем, значит, другое. Так, все здания надо прочекать, ребят. Где-то в здании, короче. Так, Андрюха, что там? Где? Тут, что ли? Нашел последний, а, вот братан. Они. Ну что? Они зачем-то избивают голову мужика. Туда их всех, все. Очистили, зачистили город. Все, Андрюх, теперь мы точно убегаем с тобой отсюда подальше. Куда-нибудь просто, вот куда-нибудь, Андрюха, все. Бежим. Давай. Вот. Выбираемся. Давай, из этой передряги. У-ху, минус 229. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас получился. Мы с Андреем надеемся, что вам все понравилось. Ставьте лайки, не забудьте подписаться на наши каналы. Ну а на этом у нас все. Огромное всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья.